Работники СФУ должны пройти вакцинацию, а иногородние студенты вуза смогут заселяться в общежитие с сертификатом о прививке. Ректор подписал сразу два приказа по профилактике коронавируса. По первому документу сотрудники университета должны поставить две прививки до 10 сентября. Сделать это можно в медцентре СФУ, в поликлинике или во внебольничном пункте вакцинации. В противном случае работников отправят на удаленку. Если же они не смогут дистанционно обучать, сотрудников могут отстранить без сохранения зарплаты. По второму приказу иногородние совершеннолетние студенты, которые поступили в этом году, должны показать или сертификат о вакцинации, или документ о медотводе, либо бумагу о перенесенном ранее заболевании. Заселение в общежитие будет происходить при наличии отрицательного ПЦР-теста, который действителен 72 часа. Университет несет ответственность в том числе и за тем более за проживающих в клиническом общежитии. И данная мера была принята именно для того, чтобы обезопасить студентов нашего университета от заболевания коронавирусной инфекцией. Эта норма, как вы понимаете, принята в соответствии с той эпидемиологической ситуацией, которая сегодня складывается в регионе, и с методическими рекомендациями Министерства образования, и в соответствии с недавним решением главного санитарного врача по Красноярскому краю. Мы все об этом прекрасно знаем.